Бизнес, инвестиции, бюджет, прибыль. Программа «Экономика». У микрофона Мария Кожевникова. Здравствуйте. Предприятие «Икея» в Кировской области возобновит работу. Заводы в нашем регионе и Нижегородской области начнут производство 5 сентября. Об этом сообщил представитель профсоюза лесных отраслей Александр Илларионов, слова которого передает ТАСС. Цитирую. 500 оставшихся сотрудников будут работать в две смены. Неделю работают, неделя простой. Название фабрики не поменялось, директор остается прежним, сообщил Илларионов. Накануне также возобновил работу «Икея» в Ленинградской области. По информации профсоюза, в сентябре начинается предпродажная подготовка предприятия. Сделку планируют осуществить до Нового года. Экономика. В Кировской области запустят производство БАДов. Экспертный совет Фонда развития промышленности одобрил 11 займов для реализации проектов. Один из них на территории Кировской области. Предполагается, что с помощью займа на 231 миллион рублей компания «Квадратес» откроет два цеха по производству биологически активных добавок в Московской и Кировской областях. Отмечается, что из-за ухода иностранных производителей из России эта ниша сейчас освободилась. Ранее на зарубежные БАДы приходилось четверть российского рынка. Добавлю, что новое производство будет находиться в Омутнинском районе. Сама компания зарегистрирована в Москве. В эфире «Экономика». 60% кировчан уверены, что учителя должны зарабатывать больше 100 тысяч рублей. Служба исследований HeadHunter выяснила, какую заработную плату, по мнению жителей Кировской области, должны получать школьные учителя. Большая часть из опрошенных заявила, что зарплата педагогов должна быть выше 100 тысяч рублей в месяц. Еще 23% считают, что достойная оплата труда для таких специалистов от 61 до 100 тысяч рублей. 7% назвали цифру в 30-60 тысяч, и лишь 1% опрошенных согласился с тем, что труд учителей можно оценить в 30 тысяч рублей и меньше. 83% жителей Кировской области считают, что сегодня труд учителей оплачивается недостойно. Обратной точки зрения придерживаются лишь 5%. Средняя предлагаемая зарплата для учителей в Кировской области, по данным сервиса HeadHunter, составляет сейчас 26 тысяч рублей. И в завершении выпуска о курсах валют. Доллар сегодня 60 рублей 24 копейки, евро 60 и 28. Мария Кожевникова, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика».